You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Может быть, пешком сходим? Здесь это написано было в 300 метров в супермаркет. Куда-то вроде тыкала рукой туда. Да, там был, короче, сейчас я вспомню, Спар, но, по-моему, да ладно, мы к нему подъедем. Спара всегда парковка должна быть. Сейчас вот на этом. Ты смотри, что нам по дороге, а мы легко уже там паркуемся. Это морские огурцы? Все закидано. Да, да. Смотри, сколько их. Да. Вкусно. Ну, они съедобные, но вкусного там ничего нет. Но они не ядовитые, но они такие мерзкие. Да, вон, смотри, какие есть уже ушли. Да, торчат. В красном списке вообще там красные такие. А тут они на этом. Смотри, сколько их торчит, там прикольно. Они здоровые, когда там на воде. Адриатика богатая, конечно, на природу. Рабра. Я его сюда ішли, да, із електрича нам неку інформацію так сюди помагав. Ага. І з тебе знайшли? Так, да, знайшли боса, да, зачекаємо 2 хвилини. Ага. Шефа, забирали шефа, зовут Предрак, да? Или... Предрак, да. Предрак, ага. Полна ночь. Да, полна ночь там. Да, окей. Okay. То нам исто интересантно постоять, что если у нее одна вход. Да. Как усы? Делаш и ты? Браво. Имам несколько питання за тебе. Ти сметан, че не? Значит, собили поли тебе за купу-продаю банки. Viktorija Maslakova, Ruskinja, a barku kupuju od ovega Hrasta, onaj, ili je Ukrajinka, izvini, okej, okay. Izvini. Zašto je ta puno moć? A, dobro, kad mi daš pametno objašnjenje, onda ti moram dati sve drugo. Ajde, te ne dali. Ale, čao. Okej, okay. To je, to morate nekome dati tu. Punomoć da dobivava dokumente koji će biti za to. Znači, ako dođe pismo, ako dođe nešto od porezne uprave ili to, onda neki hrvatski državljan koji to pismo mora uzeti. Aha, no mi tako izrozumili. Znači, tu se piše, na primjer, prodavatelj, a tu su ovoj koji mi pronajdemo čovjeka. Ne, ti ako imate nekoga, neki kontakt tu u Hrvatskoj. Aha, aha. Znači, ako... To su prosto ta dvije osobe? Ne, to može biti... Ne, to moja, može jedan, može dva, nema veze. Aha, jedan ili dva. Aha. Ili jedan ili drugi, znači ili on ili ono. Neko kome će dolaziti papiri za ove tu. Da. Znači ako vidite doma, onda oni nemaju kamo poslati dokumente. I onda to bude u Hrvatskoj neko.
Добро. А можемо ли мы вас запитать как-то про найти такого человека, ну, само или на адресу Марины, или как-то рецели, что в принципе... Мы то частим, секундно. Да, не знаю, мислен я. Просто мой приятель, який, наприклад, у Загребу реці, я позвонив на броє, каже, Евгеній, не можу саме з того, що ако що, мені треба путувати сваки, я то не розумію. Да. А ту саму облізність, то... Ту саму, да, може, замолили би на ту. На кою заставу чи ти реєструєш? Хребетська. За що? Ну, нам тут свідчили за те, що і перво був власник, і ми на Хребетській, і АКО буде тада. Тада, буде це плача по полісі. Якщо ви з цього Хребетського варію, то чи ти опять негде можете пререгіструєти? Ну, само по європейській мислю не, а ми, наприклад, да, пропутуємо Чорногорію, з нас саме докупуємо бінету, але заставу не можемо міняти. Да, не можемо. То все освіло. Це, мислю, добра застава і не кажу, госпожа користі. Так, да. Не, за що, а то не реєструє, а по українській застава. А, то тежка пішка, тежка. Не, окей, окей. Da ne morate delat, znaš, upišeš u Hrvatski, onda ispišeš iz Hrvatske, onda dalje. Ja, za sad prvo vrijeme planiramo tek na Hrvatske. Viktorija. Miška. Evo su, da. Evo su nam pokazan jedan što je držali u kapitaniji. Da, ovi ste pogledajte, počitajte. Da, da. Oj! E, Bob, gdje ti? Sekunde. Da, može. Oj, da. Znači, gospođa bi bila, gospođica bi bila vlasnica. A papiri od broda? A papiri od broda u gazde koji sad dojde, ide sutra ili preko sutra. Znači, i dogovorili s njim tako da idemo u notara da zavjerimo. A on se zamolio nas da bi bio toj OIP i poštanski broj od povjereno lico. I tako se zapunjavamo, a poslije čeka pitanje i registracija. Tako se. O kom brodu se radi? Ako znate, tam je čo offline, da, ono, po papirama misli prođe. Da, vrlo se, da. A ko je, ko je flight? Ok, tamo. Ono su, znate, da, tam je tam su vlasnike Ognjen i Brante Slaven. Jo firma Kemera. Firma Kemera, to su... Joe Flight, znam brod. On je registriran na hrvatsku zastavu. Apsolutno, da. I mi ste planiramo ostaviti zastavu, ali... Znači, bi išlo promjena i ovaj... Da, on se znači makne za tu registraciju, no, kako je bila stara registracija i plaća neki porez. Da, mora platiti PDV. PDV, apsolutno, točno. Da. I poslije toga mi slobodno, kako reći, možemo na gospođu zaregistrirati. Da. To je to. I šta, vama bi trebao jedan za primanje pismena? Točno, apsolutno. Samo to, registraciju ćete sami. Tako da se, u kapetanju, tako. Gledajte, treba, ja inače radim te registracije. Kad radim registraciju, onda u sklopu registracije mi plaćaju i to moje, jer to mi je postoje cijeli život, sve. A. Okay, razumijete, sve sranje, svaki račun koji dođe kod mene. Jeste, dobro. Ako vi ne platite, onda zovu mene. Mm-hmm. Ja vas ne poznam, ja vam to mogu za neku naknadu dati moj OIB da budem ja to. No, razumimo. Ako hođete. Eto, ne bi mi bio problem. Da, recite koliko vaša pomoć... Ma evo, 100 eura i da znam da će dolaziti na moje. Možemo, na primjer, zapunjete odmah, Viktorija piše mislju ovdje, a vi mislju ovdje. Opunomoćenik. No i... Punomoć za zastupanje, punomoć za primanje pismena. Da, apsolutno.
И ако што обменяме за контакта, не, ако треба буде там нека помош, там или сигурно, нешто. Нека, сигурно, да, да. Хвала вам, значи ништо, у нас потпуна. Хвала лепо. Ако што треба, зовите. Да, сигурање ми се сигурно треба, а таму да. Ми, по-перво, преговараме власник дојде, ми се тоа како треба, папирологи, потом идемо там, капитанија под вас и може. За господу главно да договори буде. Може. Ви сте докато? Још будемо, ми се тоа брод спремемо, још месец там наплачено, место има и... А супер. А како спремемо, то путуємо. За Црногору? На Црногору, а там може повратом бути Хрватску, Словенство, а потом ёж далі там. Ну, по-перво, планирали вообще не до Шманска и далі йти, але ну, не треба так далі попутувати, бо ёж не користили брод, потом рішили. Да, ясно, треба брод середити, брод не пуно улагано в нього. Да. Значи, ну, ми мислимо, так, да, не треба там нещо хитно так, ну, видим, мотор, окей, є далі. Значи, струєчну систему, ходові огні. Переключавання навігаційних сіялі, це не знаємо, з боку чи висок, не, може некий конектор відключений. Так, ми сіли тисько. Що? Значить, металічна ручка, і саме да ставиться некий отвор, так і ручно можна було. Воду, пупку, так, за пупку. Ево ге часть, саме да діже і ставляться, і добре. І друге питання, окей. За само така ствара ограничення за притиск на ванбродському мотору. Да. Мотор є Honda. 2, ну такой 4, да, 4 каста у нас тоже Honda, не? Да. Комплектно. Комплектно са. За Honda, да, да. Да, да, Honda буде. 1 2 3 4, 1 2 3 Honda, не? Да. Да, нечто на Хонду друге, чи йде відео на или на Меркурі, или на Ямаху, да. Да, Ямаха є. А колко су то? 60 кун. Да. А сколько метров стоит, спроси? Да. Oko 13 kuna, znači euro, 1 euro i pol. I pol, da. Euro i pol. Pol metra, da. Da, to se mi budemo izmjeravati koliko nam što je do treba. I debljina, da. Desetka, mislim da je 10. Točno. Hvala vam. Hvala. Hvala, doviđenja. Вот эта штука, смотри, такая же, только старая, как мы нашли. Хорошо.
Ручка есть. Вот там, да. Длинная, что ли? Понял. Масло потекло снизу. Масло? У меня глючит. Не-не-не, что бы там? Не вот так, смотри, туда оно щелкает, а обратно как гаечный ключ, понял? Понял? Да. Опа. Вот так и включается, ага. Можно понимать, да, что если будет быстрый сброс. Ну, про быстрый сброс я тут ничего не знаю. Вот это я смотрю, там-то я понимаю, что сейчас, в принципе, такое происходит. Что-то стоит. Давайте проверим на деле. Тут уже так понадобится, конечно, тогда я просто бежу на месте. Попробовать это бесплатно. Да. Давай, может, этот мотор спустим, так хоть не прогнать. Ну, можно попробовать. А, вот здесь? Не. Ты, может, она где-то еще найдется. Надеюсь. Ну, выглядит она примерно так же, да? Чтоб я зрительно поняла. Да. Да, вот такая. Она выглядит, она обычно просто меньше. И все. Ладненько. Так, мотор мы еще. Мотор, да. Bilge pump и этот. Ну, можно тузик еще попробовать. Угу. Сказал, что мы почувствуем, если оно будет вибрировать. Смотри, сейчас мы... Все, сейчас с тобой чуть-чуть так помогу. Ну, волна идет. Почти 2000 уже. Ну, такого-то, как он говорил, биения не слышно. Вообще ничего. Даже близко. Thank you.
было уже 18.5 тысяч. Так, что теперь? Лампа не хочет сама. Сама что-то не включается, зараза. Мы услышим ее. Ну, она пищала, когда мы раньше говорили. Может, здесь что-то выключено на щитке у нас? У нас тогда было все включено на щитке, когда она пищала. Ну, это у вас все. Это не то. Фекаль памп. Ну, тоже не то, блин. Остальное сюда уже работает. Люк, каютин. Штек, каютин. Что такое каютин? Ну, каютин еще. Ну, такое что, блин, не знаю. Вот, кажись, как бы и все. А что еще? Ну, это не факт. Я, в принципе, может быть, даже и не вычел. А вот это что за кнопка внизу? Возле радиолы? Так, и что делать? Но она не качает. Там просто кран лежит. Ржа. Ну да. Просто мне кажется, он там привязан. Ну, зафиксировано, нет? А, кстати, да. Мне только чуть-чуть вообще запостановил. Вроде как привязан, понятия, вроде как. Ну, просто что он... С какого-то шланга идет, да. Для чего? Вообще не помню. Может, это какой-то слив чего-то, слив сюда, вот это... Мне надо знать, что тут пинжер должен как-то отзываться. Может, на щетке что-то надо? А тут, мне кажется, слушай, может быть, вполне может быть, что что-то и в проводке где-то как-то. Надо так основательно искать. Да вроде контакты такие нормальные в состоянии. Странно, конечно. Ну, тут ничего не искать, это можно не найти. Ну, я думаю, завтра задача электрика. А если электрик недостаточно озадачится, то тогда задача, наверное, в среду. Да. А, сколько дождь? Уже жрать, но приходится. И матерятся что-то там. Вот. А почти влетула. А вторая голодная, да, это уже переела что-то. Оп. Рыбу идите ловите, что вы тут картоха бегаете? Влету. Красава вообще. Ну, я вот думаю, знаешь, а вороны же, вот люди умные. Ворона умная. Ворона очень умная. Вот, почему так? Ворона говорит и учится. Вообще, врановые все умные. А эти примитивные вообще. А, ну они типа с разных этих, да? Отрядов, да. Mm-hmm. Кстати, для меня всегда казалось странным, что врановые из отряда воробьинообразных. То есть они из отряда воробьина обратно, но они, в принципе, и воробьи. Семейство Брана.
Или какой-то, знаешь, как нагловато такой. Нагловато, страшно. Давайте мы вас на шашлычок. Ха-ха-ха.